невероятно нежный и волнительный повод собрал нас всех сегодня здесь. Осенью 2017 года все изменилось, когда Анастасия вместе со своей подругой ехали по плотине. Машин было мало, но впереди с маленькой скоростью следовал прямо по центру дороги автомобиль, за рулем которого был Сергей. По словам Анастасии, она просто его обогнала. А по словам Сергея, его грубо подрезал коричневый автомобиль и до конца плотины не давал себя обогнать. Я с радостью говорю о том, что мы с этой минуты считаем Сергея и Анастасию мужем и женой!